Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Мы продолжаем с вами разговор про органическую косметику. Сегодня вторая часть видео. И вот в этой корзиночке я собрала все эти средства, о которых сегодня хочу вам рассказать, показать все это поближе, высказать свое мнение. Вы знаете, я все жду, когда мой голос восстановится, но понимаю, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет. А видео снять, поделиться с вами мнением очень хочется. И вот такие видео по настроению, они, как правило, легко даются. Именно поэтому я решила, бог с ним, с голосом. Надеюсь, что вы меня простите. Давайте поговорим про органику. Я заметила, что в последнее время в моем уходе за лицом, за телом, за волосами все больше и больше преобладает именно продуктов натурального происхождения, органической косметики. Я считаю, что это здорово. Конечно же, я продолжаю использовать какие-то профессиональные линейки, но к органике возвращаюсь, тестирую какие-то новинки. И вот сегодня хочу с вами поделиться, точнее продолжить разговор про органическую косметику. И давайте, наверное, начнем с марки Dr. Hausch. Какое-то время назад в посылке приходила мне коробочка с натуральной косметикой в рамках премии Life Organic Awards. И вот там было такое полноразмерное средство. Это лосьон для тела, вот такой с корректирующим эффектом, с лифтинг-эффектом. Очень хорошо увлажняет и подтягивает кожу. Это стеклянная упаковка. Здесь очень приятный лосьон сам по себе по текстуре. Он достаточно жиденький и легко и хорошо впитывается в кожу. Вы знаете, это средство, которое вот прям нанес, подождал пару минут и можно одеваться. Приятный аромат, вы знаете, такой ненавязчивый аромат цитрусовых, лимонграсса. Но единственное, что вот у меня с ним не совсем с ароматом сложилось. Дело в том, что когда это средство впитывается в кожу, где-то проходит минут 10-15, я начинаю ощущать какой-то такой запах мокрой древесины. Я не знаю, может быть, это вот эти масла, которые входят, эфирные масла, которые входят в состав этого лосьона, как-то вот вступают в реакцию с моей кожей и получается немножечко другой запах, поэтому этот лосьон я не наношу на все тело, то есть вот верхняя часть рук, груди, где-то на шею стараюсь не наносить, а больше на нижнюю часть, то есть ниже талии, на какие-то проблемные зоны. И да, очень хорошо увлажняет. Вот сейчас в холодный период моя кожа очень нуждается в хорошем увлажнении. И вот это средство мне нравится, еще раз повторюсь, именно тем, что оно отлично увлажняет кожу, и при этом оно невероятно легкое и невесомое на коже. Быстро впитывается и прям вот, ну, супер средство. Раз уж мы заговорили с вами про лосьоны для тела, я познакомилась в этом месяце вот с таким лосьоном молочко для тела от марки Леврана. Это наша российская марка, производство Санкт-Петербург. И стеклянная упаковка вот с таким вот удобным дозатором. Здесь 100 мл. И в активных ингредиентах заявлены гранат и лимон, виноградная косточка, зеленый кофе и бергамот, одуванчик и гинго. В целом, по эффекту сразу скажу, что лосьон очень хороший. Он быстро впитывается, он не оставляет какой-то такой неприятной пленки на теле, хорошо увлажняет и питает кожу, но меня совершенно не радует запах. Он очень такой горьковатый, он очень напоминает мне запах полыни, хотя полыни здесь совершенно нет, но вот у меня ассоциация вот такой, вы знаете, горькой-горькой травы, и, естественно, когда я наношу лосьон для тела, мне хочется, чтобы от кожи такой истончался приятный аромат. Вот здесь такого нет. Я его сейчас использую как крем для рук или как крем для ног, скорее даже как крем для ног, потому что мне все-таки на ночь не хочется использовать вот такие вот горькие средства, когда нюхаешь свои руки, вдыхаешь запах, не хочется никакой горчинки. А вот как крем для ног, в принципе, очень даже неплохо. Особенно если надеть сверху какие-то носочки, то очень хорошо за ночь восстанавливает кожу стоп. И раз мы с вами заговорили уже про тело, давайте продолжим эту тематику.
Уход за телом. И следующий продукт – это крем для тела «Эластика» от мастерской Олеси Мустаевой. Вот эту баночку я уже покупаю самостоятельно второй раз. И первую, и вторую упаковку мне никто не присылал на тестирование. То есть крем выглядит сам вот таким вот образом. Он достаточно такой густой, но он не жирный, он не плотный, и он очень хорошо распределяется по коже. Естественно, что этот крем, как и другие продукты от Олеси Мустаевой, состоит из натуральных компонентов: вода очищенная, воск, дерево ним, масло баобаба, виноградной кости, органы, натуральный увлажняющий фактор, экстракт жимолости японской, облепихи, экстракт амаранта и экстракт зародышей пшеницы. То есть все эти средства, естественно, не тестируются на животных. У них небольшой срок годности. Гладкая, увлажненная и эластичная кожа после этого средства. Недаром оно так и называется – «Эластика». Давайте тогда я уже продолжу с брендом мастерская Олеси Мустаева и покажу вам вот такой вот скраб для тела с корицей и апельсином. Повышает тонус кожи, улучшает микроциркуляцию, стимулирует липолиз, улучшает цвет и рельеф кожи. Это такая большая банка, 200 грамм. И посмотрите, как выглядит сам скраб. Я уже воспользовалась этим средством два раза. Первое, что мне очень и очень нравится, это, конечно же, потрясающий аромат корицы и апельсина. Это просто волшебно. И сам скраб, он вот такой вот густой, какой-то плотный такой массой здесь находится. В этом скрабе содержатся, как я люблю, достаточно грубые скрабирующие частички, то есть крупные частички сахара. И этот сахар при соприкосновении с влажной кожей, скажу я вам, сразу не растворяется, а действительно скрабирует, полирует, шлифует кожу. И здесь содержится большое количество масел, масло какао, масло виноградной косточки и эфирное масло апельсина. И знаете, я не люблю скрабы, которые остаются после душа такой липкой, жирной пленкой на коже. Многие, я знаю, любят именно такие скрабы, когда убиваются сразу два зайца. То есть вы вроде бы поскрабировались, и после душа не нужно наносить никакой крем, никакой лосьон, чтобы увлажнить дополнительно кожу. Здесь эти два зайца убиваются, но вы чувствуете чистое тело, чистую кожу, но при этом вы понимаете, что она увлажнена. Вот такие ощущения я люблю. И вот этот скраб дает мне именно такое ощущение. Далее, это защитный крем от Олеси Мустаевой. Вот в такой небольшой упаковке, 45 мл, очень удобно. Здесь содержится ромашка, спарасис курчавый, церамиды и аминокислоты, витамины В3, В5 и витамин F. Действительно защитный крем, он никак не подойдет на дневное использование, потому что он достаточно жирный. У него такое большое горлышко, крем дозируется достаточно в большом количестве, поэтому нужно быть аккуратной. Он действительно очень такой жирненький. Я его использую исключительно как ночной крем, и вот за ночь он напитывает и восстанавливает кожу рук просто идеально. Если дать ему в течение дня возможность все-таки впитаться, впитываться он будет минут 15-20 полностью, то потом вы можете делать какие-то домашние дела, даже после того, как вы помоете руки, вот эта защитная пленочка, она никуда не исчезает. То есть выдерживает 1-2 раза вы можете руки помыть, и все равно кожа остается увлажненной, защищенной. Вот эта вот пленочка, которая появляется на коже, вот эта масляная, глубоко пропитывающая кожу, она остается и защищает ваши руки. Как легкий дневной вариант нет, а вот для восстановления и защиты просто супер. Еще от Олеси Мустаевой познакомилась я вот с таким вот шампунем. Шампунь-концентрат «Амла». Блеск и мягкость. Уже несколько раз я воспользовалась этим шампунем. И, кстати, сегодня волосы у меня были вымыты вот этим шампунем. Потом я его, конечно же, тщательно высушила, чтобы вам показать. Пахнет он, в общем-то, маслом амлы. Если вы знаете, как оно пахнет, немножечко такой, знаете, запах старины. Может быть, какой-то такой сундучный запах, как я его называю. Очень мне понравился. Я не ожидала, что вот такой брусочек мне может понравиться. Дело в том, что я уже пользовалась
подобного плана шампунями Влаж. Но там не натуральный состав, все вы знаете, там используются сильные такие павы, которые промывают волосы до скрипа. Так вот, такое очень яркое отличие шампуня от Олеси Мустаевой. Здесь только натуральные павы, большое количество базовых масел и эфирных масел. Также здесь содержится депантенол, экстракты ягоды малины, травы чабреца, травы крапивы. Состав вот такой покажу поближе. Очень богатый, очень насыщенный и очень натуральный. Действительно придает мягкость волосам. Вы знаете, здесь нет такого ощущения, что вы промыли волосы до скрипа. Волосы чистые, но при этом они вот такое ощущение, что уже вы использовали кондиционер или маску. То есть они мягкие, как будто бы вы прополаскиваете натуральный шелк. Каждый волосочек как будто бы обволакивается вот этим вот маслом, которое входит в состав, вот этим богатейшим составом. Волосы у корней чистые, волосы объемные и при этом очень гладкий и блестящий. Я не ожидала такого результата, честно вам скажу. Единственное качественное отличие этого шампуня от Lush, такой длительной чистоты и свежести волос у корней не наблюдается. Мне приходится с этим шампунем голову мыть, как и обычно, через день. Но волосы отличные, и расходуется он очень и очень экономично. Советую присмотреться, отличная вещь. А также для волос от Олеси Мустаевой попадалась мне в коробочке красоты вот такая крем-маска для волос Амла. Маска интенсивного и длительного воздействия, восстанавливает структуру волоса, насыщает влагой, повышает блеск и эластичность, снимает статику. Вот все, что заявлено, это действительно так. Маска, так же как и сам шампунь, имеет зеленоватый оттенок, запах один в один, потому что и там содержится масло Амлы, немножечко запах такой старины. Но вместе, вот если вместе их использовать, вообще можно достичь потрясающе красивых, гладких, блестящих, ухоженных волос. Это просто супер. Если у вас волосы не окрашенные, нормальные, может быть, склонные к жирности, то вот такая парочка будет, наверное, слишком для ваших волос, потому что будет перепитывать, переувлажнять их, и волосы будут быстрее загрязняться, их нужно будет чаще мыть. Но если волосы блондированные, окрашенные, поврежденные и очень сухие, и, кстати, вот сейчас в холодное время года, особенно длинные волосы, которые всегда у нас торчат на улице из-под шапки, если вы их не убираете, их нужно увлажнять и питать. Так вот, вот этот дуэт справляется просто замечательно. Твердая пятерка из пяти. Потрясающее средство. Браво, Олеся! Следующее, что у меня есть от Олеси Мустаевой, не открытое, правда, это мыло натуральное, мыло ручной работы с лавандой. Состав: натриевые соли растительных масел, масло пальмы, оливковое, касторовое, вода и эфирное масло лаванды. Не пробовала это, но у меня до этого было точно такое же, только с розой. Вы знаете, оно очень классное. Я же в пустых баночках высказывала свое мнение. Это мыло, которое во время мытья рук ухаживает за кожей, увлажняет, питает, и после использования этого мыла руки чистые, и при этом не хочется их бежать и густо, жирно мазать кремом. Отличное мыло, отлично ухаживает за кожей. Обязательно в ближайшее время буду пробовать вот это лавандовое. Ну и закончу я, наверное, уже с брендом мастерская Олеси Мустаевой. Есть у меня вот такое масло семян горького миндаля. Вы знаете, я это масло использую сейчас как крем под глаза для интенсивного питания и увлажнения своей сухой кожи под глазами. Отлично работает. У этого масла, кстати, очень много вариантов использования есть. Его можно использовать и как крем на все лицо, на всю ночь, как масло для массажа. И при этом, вот я читала отзывы, пишут, что даже при условии, что у девчонок проблемная кожа, акне, это масло не вызывает закупоривание пор. От себя лично про такой способ использования сказать ничего не могу. Я его использую, как уже сказала, только как крем под глаза. И отлично работает. Здесь такая удобная пипетка. Запах
У этого масла просто потрясающий, вот такой вот густой, насыщенный, миндальный, очень красивый. И хоть оно называется масло горького миндаля, но такой сладковатый аромат у этого масла. Очень хорошо питает кожу, просто замечательно. Следующий бренд, о котором хочу вам рассказать, это наш российский бренд Мико. И у меня в руках два косметических продукта. Первый из них — это полноразмерный скраб для тела имбирь. Мне, кстати, в коробочке приходила вот такого размера миниатюра. Я ее оценила, полюбила и заказала уже самостоятельно полную версию. И второе средство — это масло для лица имбирь, гидрофильное масло, о котором я тоже наслышана. Давайте, наверное, со скраба начну свой рассказ. Здесь два вида скрабирующих частичек. Это скорлупа миндального ореха и сахар. Отлично полирует, отлично скрабирует и шлифует кожу. Эффект такой, как после использования хорошего кофейного скраба. В составе большое количество масел, но, как я уже сказала до этого про скраб от Олеси Мустаевой, тоже никакого дискомфорта мне эти масла не доставляют. Они не ложатся липкой жирной пленкой, они впитываются в кожу, они увлажняют кожу, и когда вы вытираетесь, выходите из душа, то чувствуете, что кожа чистая, кожа отскрабированная, кожа напитанная, но при этом никакая она не жирная, не липкая, пленки на ней нет, и вы вполне можете при желании воспользоваться какими-то дальнейшими средствами ухода, например, антицеллюлитными лосьонами, кремами, и они будут отлично впитываться в кожу. Отличный скраб, твердая пятерка из 5. И вот это гидрофильное масло для лица имбирь, его нужно прям совсем немножечко. Вы наносите на сухую кожу лица, оставляете буквально на минуту, больше не нужно. И дальше уже влажными подушечками пальцев просто вот начинаете кожу массировать, очищать ее от той косметики, которая на лице находится. При контакте с влажными пальцами вот это масло превращается в молочко, очень хорошо очищает кожу, отлично смывается с лица, хоть оно и называется масло, но никакой жирности на коже не будет, не переживайте, а кожа будет чистая и поры, что самое главное, будут очищенными. Обязательно куплю себе полноразмерную версию этого средства. Тоже твердая пятерка из 5. Еще один продукт от этого бренда Мико — это крем для рук, который называется Шик, с маслом шиповника, жожоба, без эфирных масел. Вот такой вариант с дозатором. И сразу вам покажу. Дозируется здесь очень маленькое количество продукта на один раз, поэтому, чтобы его использовать полноценно как крем для рук, нужно будет минимум 2-3 нажатия. У него очень приятная текстура, абсолютно не липкая, не жирная, быстро впитывается, никакой пленки не остается. Он абсолютно нейтральный, никакого запаха. Вы знаете, многие ругают средства от Мико за ярко выраженный аромат, потому что там всегда много масел, много эфирных масел, и запахи зачастую достаточно такие ядерные, как многие говорят. Вот у этого средства, у этого крема для рук запаха совершенно нет, он нейтральный и подойдет абсолютно любому, даже самому привередливому. Этот крем — идеальный вариант для дневного использования. Если руки сохнут в течение дня, то используйте это средство. Абсолютно никакой жирности и липкости вы не почувствуете. Можете продолжать работать буквально через пару минут с документацией. Кожа увлажненная и никакой липкости и жирности. Очень зачетный крем. Понравился и мне, и моей маме. Просто супер. И еще один крем, последний на сегодняшний день, это крем от бренда BioCosmo. Увлажняющий крем традиционного швейцарского качества с экстрактом биокалендулы. Этот крем имеет такой характерный запах календулы, очень такой растительный, немножечко с горчинкой. Очень плотная и, я бы сказала, жирная консистенция у этого крема, поэтому рекомендовать могу его людям с очень сухой кожей, кому требуется такое сильное питание, смягчение, увлажнение и защита. Идеально подойдет на зимнее время, когда кожа рук испытывает особенный дискомфорт, и очень хорошо именно как крем для ночного использования с
за ночь очень хорошо восстанавливает, напитывает кожу рук и возвращает ей гладкость. А, кстати, если есть какие-то трещинки на коже, то очень хорошо этот крем с ними справляется и залечивает. И последнее, что хочу вам показать в этом видео, это вот такие твердые духи в виде стика, очень похожего на бальзам для губ. Называется «Поцелуй в саду» и производит его уральская мануфактура в городе Ижевск. Вот такая вот упаковка. Я поначалу подумала, что это мыло, но нет. Это очень приятные, ароматные сухие духи. И они, вы знаете, очень близки мне к ароматам маскина. Вот казалось бы, такой вроде бы простой стик, очень девочковый такой, очень нежный, подойдет и для молоденьких девочек, и для девушек, для взрослых, для зрелых женщин, не знаю, такого плана ароматы, наверное, нет, все-таки они более молодежные, но очень стойкие, меня поразила стойкость, 3, 4 и даже 5 часов я ощущаю их на своей коже, обычно я это делаю вот так, на зоны пульсации, вот здесь за ушками, на запястье, и аромат очень приятный и достаточно долго держится. Кстати, в составе здесь воск, миндальное масло и парфюм. Нежный и романтический аромат цветов пиона, персикового дерева и сирени. Это были все органические продукты, мнением о которых я хотела поделиться с вами в этой части видео. Надеюсь, что вам было интересно, что-то новое, может быть, вы для себя открыли. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале. Обязательно еще увидимся.